Вы на канале рисуем доски.ру, и это ускоренное видео рисунка пастелью. Сам рисунок – это онлайн-урок художника Колина Брэдли. Ссылку на его сайт и на рисунок я дам в описании к видео. Как я нашел этот урок и зачем мне вообще понадобились пастельные рисунки, если я рисую на досках? Дело в том, что я профессиональный художник и занимаюсь росписью стен, окон, меловых досок и так далее. И если рисунок сам по себе давно не является для меня трудной темой, да, то некоторые техники, связанные с такими инструментами, как пастель и мел, мне очень интересны, так как я могу применить их в меловом оформлении и таким образом сделать свои меловые росписи, свои меловые доски еще интереснее. Начинаем мы с того, что накладываем большие пастельные цветные пятна. В уроках Колина Брэдли это совсем не обязательно тот самый основной цвет участка картинки, который будет потом. Он не делает цветные пастельные подмалевки, а как бы грунтует оттенками светлых тонов бумагу, чтобы потом поверх этого фона уже накладывать текстуру шерсти. Вот на голове слева, там где серый участок, там будет потом такая темная, очень охристая шерсть. А пока вот такой серый подмалевочек. Фон Колин Брэдли в тех нескольких уроках, что я купил, красит в последнюю очередь. Но я тут отступил от урока, потому что хочу сначала сделать фон, а потом размазать границу между силуэтом кошки и фоном волосками кошачьей шерсти, так как у этой кошки довольно длинная шерсть. Большие пространства фона растушевываются пальцем. И вообще палец это такой инструмент, который в пастельном рисунке используется наравне с пастельными мелками. Уши кошки – это вообще очень сложный для живописи объект из-за формы, из-за освещения, из-за того, что несколько видов текстур там участвуют. Сами ушки покрыты короткой шерстью, но есть еще длинные светлые волоски, которые покрывают сверху уха. И вот эти текстуры, все эти объемы, их надо передать. Для этого рисуем основные цветные пятна, потом их растушевываем. И вот для мелкой растушевки применяется силиконовая кисточка. В магазинах она называется кисть для создания формы. И, насколько я понимаю, она больше имеет отношение к скульптуре, а не к пастельной живописи. Вот она, вы ее сейчас узнаете по блестящему корпусу и голубому наконечнику. По растушеванному рисунку уже накладываем уточняющие линии. В данном случае это вот волосинки в ухе. Вот эта часть головы будет охристого цвета. Но сначала по рисунку эти участки затушевываются серыми оттенками и оттенками слоновой кости. Вот вы видите уже тот же самый участок, но уже покрытый цветом. Я не воспроизвожу здесь все подробности, потому что я не автор этого урока, я только рисую по уроку и показываю вам, что и как у меня получается. Оригинальный онлайн-урок занимает более 3 часов, там все очень подробно описывается, правда на английском языке. Но потому как Колин Брэдли рисует, можно в общем-то без объяснений понять, что происходит, особенно если у вас уже имеется какая-то художественная подготовка элементарная. Рисование глаз – это наиболее сложный элемент во всем рисунке. Очень много оттенков в кошачьих глазах, очень много таких мест, где надо передать вот стекловидную прозрачность, объем, блики, глубину зрачков. Так что рисование глаз у кошки – это такая череда наложений самых разных цветов, очень многих оттенков, от желтого до синего. Но зато в результате получаются такие очень сложные, очень глубокие глаза. Глаза – это же почти всегда композиционный центр у портрета. По-английски называется focal point. Этот focal point, композиционный центр, он всегда притягивает внимание зрителя. С него начинается разглядывание рисунка, и им, как правило, и заканчивается знакомство с картинкой. Так что то, что находится в центре композиции, вот этот focal point, в данном случае это глаза, это следует прорабатывать особенно тщательно. Кроме глаз есть несколько видов текстуры в кошачьем портрете. Это короткая мягкая шерсть на мордочке, длинная шерсть, которая на груди у кошки мягкая, на спинке она жесткая. Все это можно передать пастельными карандашами с помощью разных техник, которые в этом уроке рассматриваются. Опять же, то, что находится в центре композиции портрета, глаза и вот мордочка кошачья,
Это прорабатывается долго, наверное, половину всего времени работы над рисунком. В целом уроки весьма толковые, голосовое сопровождение иногда слишком тихое, бывает даже неразборчивое, что-то он увлекается, бормочет там для себя как будто бы. Ну, в общем, в системе обучения есть автоматические титры, так что, в принципе, все, что не слышно голосом, можно прочитать словами, если вы не знаете английский язык.